быстро. Понятно. Далее умасливается шея и плечевой пояс. Верхний плечевой. Нет, спинку нужно расслабить, мне нужна вот исходная позиция. И прорабатывается зона декольте. Здесь вот область белочковой железы. Уже одна хорошо промять и умазать. И вот здесь вот над ключицей и под ключицей проходится. Всевозможные такие вот разглаживающие движения. Нет, насколько можно, да, ты расслабляешься в стуле, но... Простите. Так, я попрошу модель прилечь, хотя бы на пару минут показать хоть что-нибудь. Умасливание тела. Очень важно умаслить позвоночник. Единственное, что я правлю на
Хорошо. По крайней мере, теперь уже более-менее представлен массаж. Массаж, разновидность, ритуальный массаж, А сама техника Лови-Лони, она разнообразна. Когда учился в Берлине, в Лови-Академии, нам учителя говорили, что каждый семье наговаривает свой Лови-Лони. Поэтому привязываться к Лови-Лони, ну и дело случая, что именно этот массаж приехал к нам в Европу. Благодаря определенным мастерам. Мое Лови-Лони, я его совместил с соматикой, с магическим пониманием работы с телом. И с некоторых пор стал считать, что в принципе работа массажиста бессмысленна, если не принять, и сочетается вместе с психосоматическим компонентом и аспектом. Да, можно принести сегодня ослабление, больное место человеку, но проходит некоторое время, и это место или другое место начинает болеть. Потому что, как правило, мы редко погружаемся в причины. Некоторые массажисты на разных формах читал, я никогда не буду погружаться в психологию, это допустим, психотерапевт, психолог занимается, а именно массажирует. Ну, окей, можно массажировать. Это тоже может быть маркетинговым ходом, чтобы приходили. Я предпочитаю вначале выяснять систематический компонент, присутствующий в болевом синдроме, если это вот, или какое-то дисгармоничное состояние. И благодаря работе по триггерным точкам, напоминаешь Суру массаж, Суру, мы делали не по карабаху, все точки, я ищу на теле больные точки, работа с ними идет. Друзья, в общем-то, это основное. Так умазливается все тело, ноги, собственно говоря, делаются. После того, как человек разберет, давай покажем. Я считаю, что человека нужно собрать. Поэтому вначале психосоматика, а потом Лови-Лони. Лови-Лони прекрасно выполняет функцию подборки, организации и центрирования человека. Поэтому после массажа, который может длиться полтора и два, и два с половиной, и три часа, там уже не массаж, а четыре часа. Большая работа по телу. Подавайся, называется Прокуна, Боди-Вэп. Можно просто сделать массаж, можно сделать болевой. Я добавляю еще маленькую. Так вот, если говорить о планете теории, вечером мастер-класс будет в аудитории, по-моему, 7.20, Людочки Волковой, с ней очень существует двое. Может, как одна родословная в этом плане, но Люда на рынке именно Лови-Лони, ну и приглашаю посмотреть, что такое Лови-Лони, ну и заправили послушать. Я просто работаю в технике Лови-Лони, пытаюсь соединять все самые. Давайте, может быть, посмотрим так, чтобы не загружать драгоценные минуты возможности работы с тем, я понимаю, как клиентов, гостей фестиваля. Если есть какие-то вопросы, готов ответить, а так я предлагаю начну работу, а ты посмотришь, а там подойдет все. Хорошо? Спасибо.
более глубокие разминания. Но абьянга часто начинается с сухого массажа, потом уже наносится масло. Предложение сегодняшнее, я благодарю, я закончила.